Совсем скоро на телеканале «Россия-1» состоится премьера сериала «Ивушка плакучая». Порой могучие дубы буря выворачивает с корнем, а кроткая ива, которая под порывами ветра клонится до земли, после ненасти стоит, держится Надя Климова. Из таких «мама». Пока жива была, называла Надю «Ивушкой плакучей». У Нади одна мечта – поднять свою дочь Полину и стать ей не только матерью, но и подругой. Однако Полина маму не уважает, считает ее жизнь скучной, а саму Надю – неудачницей. Надя не знает, как быть, старается как может, но Полина частенько просто сбегает из дому. От надоедливых нравоучений Нади. Для Полины мать не авторитет. Однажды Полина исчезает надолго, а в городе перед этим пропала Люба Кравцова, которая училась с Полиной в одном техникуме. Надя в ужасе. Полиция ищет пропавших девушек, но Надя не может сидеть сложа руки. Она знакомится с Валерой, отцом пропавшей Любы. Вместе они ищут и Полину, и Любу. Обзванивают подруг, обходят все больницы и морги. Расклеивают объявления о пропаже девушек. Главные роли в картине исполнили Анна Миклош, Александр Никитин, Дарья Кукарски, Виталий Кудрявцев, Екатерина Родионова, Виктория Заболотнова, Иван Парш и другие. Премьера сериала «Ивушка плакучая» состоится уже в 2024 году. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.